Мы сегодня тоже страна воюющая. Мы страна, которая опять в одиночестве и опять противостоит злу, которое наваливается на нас со всех сторон. И вот для того, чтобы выстоять и победить, для того, чтобы вернуть то, что мы потеряли в 20 веке, потому что мы страна, которая потерпела цивилизационную катастрофу. И то, что с нами сегодня происходит, это процесс возрождения нашей, прежде всего, традиции жертвенного служения Богу и Отечеству. Для того, чтобы мы с вами выстояли, нам необходимо вернуть свою традицию жертвенного служения своему народу. Кто-то из древних сказал: хочешь мира, готовься к войне. Эта формула устарела. Сегодня военные аналитики говорят о том, что хочешь мира, воюй. И это уже происходит.